Так как мы собираемся идти на Сокотру, это 1000 миль и дальше еще 1600 до Судана, суммарно это около 3000 миль до выхода в Средиземку, нам нужно подготовиться к этому переходу, чтобы в процессе мы не думали о том, что у нас там не заводится тузик, у нас там плохое топливо или еще что-то. Сейчас проверили тузик, оказалось, что у нас не очень хорошо подсасывало воду и охлаждение двигателя. Двигатель был разобран, и вот вы видите импеллер, то есть он за время своей жизни, это несколько лет, превратился просто в камень. Но Сережа предусмотрительный, у Сережи есть импеллер запасной, так как в Келифе импеллер найти маловероятно, он у меня есть. Я его сейчас отвезу в бот-ярд. Двигатель как раз разобрали и сделали из нашего ржавого двигателя просто конфету. Вот мне сделали мотор, вот как он выглядит. Посмотрите, сейчас видно детали. Все смазано, все такое. Вот просто состояние нового мотора. Вау. А что, собственно, случилось? Вот так он выглядит в разобранном виде. Сняли нижнюю часть. И вот это место, в котором вставляется импеллер. Вот его видно поближе. Вот сейчас новый импеллер станет на место, и будет все отлично. У нас большая канистра, здесь суммарно 15 литров. Это для большого тузика. Дополнительно еще 12 литров мы их заливаем полностью. Это если у нас закончится. И для маленького тузика у нас еще 6 литров. Это двухтактный бензин, который мешается... Ой, куда я поехал? Это двухтактный бензин, который мешается с маслом. Так как этот моторчик у нас является запасной, мы много топлива не покупаем. Вот. Мы сейчас просто собираем ресурс. То, что я сделал еще с этими моторами, я поставил счетчик часов. Вот сейчас у нас суммарное время работы... Это час 45. Но что он еще умеет? Это очень прикольная штука. Когда он заводится, он показывает обороты. И вот когда едешь, после того, как мотор отключается, он показывает время работы. Для обслуживания моторов это очень крутая тема, потому что обычно проблема, ты просто не знаешь, ты так на глаз, сколько у тебя проработал мотор, и иногда им становится совсем плохо, потому что ты пропустил ТО и что-то с ними там случилось. Вот такой у нас квадратный попроще на Парсуне, а на большом Хонде вот видно круглый, я уже сюда перелез, здесь вот такой вот побольше, то есть он показывает суммарное время и последнее время с цикла, то есть последнее можно обнулить, суммарное время не обнуляется. И вот эта штука также меряет обороты. Вот здесь видно, сейчас 900, 2600, короче, вот такая вот очень удобная штука. У нас теперь есть тахометр и счетчик часов. Мы закупили дизель. Итого у нас 250 литров бак топливный и еще 340 литров мы залили в канистры. Они уже у нас все спрятаны. Сейчас я покажу где. Вот у нас здесь есть место для канистр. И вот... Они у нас уложены в левом рундуке и под правым рулем. По автономности это где-то на 1000 миль нам должно хватить. Поэтому мы готовы по топливу. Мы перепрограммируем наш AIS. Это та штука, которая всем рассказывает о том, где мы находимся, и показывает наши координаты. Итак, Джеймс, what did you press? So basically we have Windows here. Yep. And Pro AIS. You plug it in and you select your device. Yeah, and just connect. And just say, okay, what do we have? Are there satellites? Other vessels, any diagnostic, and okay. You can see any problem with your system. And everything is fine. And you hit silent mode or not. So now it is we transmit all that information, yeah? Yeah. Now not. Все, мы теперь люди-видимки, нас теперь не видно. Мы видим всех, нас не видит никто. Silent mode. Никаких разъемов не нужно было отключать. Cool, man. А, кстати, вот это AIS, это антенна-сплиттер, и вот сама вот эта система, которая отправляет все данные и получает. And now we reset the MMSI. Oh yeah, so easy. Huh? Reset. Reset. Oh no. Cannot open. So, oh, disconnect. Reset. That's it. No MMSI, yeah? No MMSI. So you need my new MMSI number. С нашими номерами. So James, you need new number? Yeah. Yeah. 25. Sailing vessel, everything's the same. Warning for US customer only. Come on, I'm not US customer. Don't worry. But I checked the number just to be sure. Huh? Okay, done. Done. Now you're. Now we are Caribbeans. Нам нужно проверить, чтобы у нас были рабочие якорная лебедка. Итак, для этого мы запускаем двигатель. Запустился. Итак, как вы уже видели, у нас не очень запустился мотор. Вернее, как, мотор запустился, но ручка не работала. Вот что я сделал. Я сейчас перепроверил все провода, все подключения. Вот, перепаковал разъемы. Сейчас я все аккуратненько, эти проводочки между собой свяжу. И будем проверять. Но западло в том, что мы пропустили период лоу-тайда. То есть есть шанс, что мы здесь застрянем еще на 10 дней, ждать следующий отлив. Мы попробуем завтра, но я думаю, что мы уже опоздали. Но тем не менее, это лучше, чем когда бы мы были где-нибудь в океане и этим заниматься там на шатающейся лодке на волнах. Но тем не менее, мы дальше продолжим проверять лодку и дефектовать. Может быть, все будет нормально. Эту ручку прикрутили. Идем дальше. Итак, друзья, как выглядит актуатор внутри? Короче, верхний серый кабель, который вы видите, заходит справа. Это управляющий кабель. По нему идет сигнал. Этот сигнал говорит, насколько включать и открывать дроссельную заслонку. Мотор крутит редуктор. И вот вы видите такую вот металлическую... Это тросик. Это палочка такая металлическая. Короче, это трос, который уже идет непосредственно в мотор и добавляет либо убирает обороты. Вот здесь плата. Вы видите, может быть, здесь снизу лучше видно. Питание идет индукционное, как в современных мобильных телефонах выпрямляют питание для того, чтобы то электричество, которое попадало внутрь, оно было выпрямлено и с определенными характеристиками, без скачков, без ничего. Вот, и я открутил эту катушку, проверил, собрал, промерил напряжение. В общем, все нормально, здесь с ним проблемы нету. Вот этот тросик, вот, который толкается актуатором, и вот он работает, вот так вот газует, и вот эта вот часть, вот это вот, поднимает обороты двигателя. Actuator мы уже собрали. Теперь, что я сделал? Вот здесь вы видите предохранители. Я все предохранители проверил, прозвонил, все подоставал и проверил, как они срабатывают. В общем, здесь тоже все нормально. Штук. Это именно реле управления двигателем. И вот эти предохранители тоже нужно проверить. Короче, это я уже все сделал. У меня есть два сменных предохранителя. Я реле вынимал, вставлял, запускал, проверял. Вынимал, вставлял. И так, пока я не убедился, что все работает. Вот эти вот все разъемы мы открыли и залили их контакт-клинером. Ну и получилось так, что мотор запустился. То есть проблема была именно в контактах, где-то здесь в разъемах. Где именно, я не знаю. Включаем зажигание. Запускаем двигатель. С этим проблем нет. Далее. Холостой ход. Работает. Проверка. Вперед. Работает. Назад. Работает. Коробка включается. Проверяем dock and go. Работает. Назад. Есть. Это ошибка у нас, приборы не включены, это нормально. В стороны. Работает. Выставляем в переднее положение. Отключаем систему. Проверяем работу двигателя. Работает. Ну, а раз уж мы остановились на том, что нам нужно было включить мотор для того, чтобы проверить виндласс, поехали проверяем якорную лебедку. Якорная лебедка у нас находится здесь. Двигатель запущен. Итак, down. Работает. Up. Работает. Цепь вы видите, какая ржавая, но это не страшно. Это еще в рамках допустимого. Короче, виндласс работает. Якорная лебедка в норме. Фух, хотя бы с этим больше проблем нет. Так, сейчас мы столкнулись со следующей проблемой. У нас очень сильно начала вонять вода из крана. Причем воняет такой вот именно сероводородом, таким ах. И ничего мы с этим сделать не могли. Добавляли в бак уже хлорки и все-все. Но пришло время разобрать бак, потому что, скорее всего, именно в нем и проблема находится. Открываем. Здесь такая большущая крышка. Вот на ней здесь большая резинка такая, которая уплотнительно, ее закручиваешь и все. А оно не воняет. Оно не воняет. Как вы посмотрели, в баке ничего трагичного не происходит. Поэтому давайте проведем один эксперимент. Подумаем, что у нас получается. Если у нас с бака идет вода, она у нас идет по двум каналам. По одному идет холодная, потом она раздваивается, нагревается. Возможно, бойлер. Проверка. Идем в ванну. Итак, мы когда... Она у нас пахла, мы всегда открывали кран в среднем положении, правильно? Правильно. Теперь проверяем только холодную. Пахнет хлоркой, которую мы добавляли в бак. А ну, проверяем. Открываем горячую воду. Это пахнет горячая вода, то есть это... Видимо, нужно каким-то образом помыть бойлер, который у нас отвечает за нагревание воды. Лезем и смотрим. Вот источник запаха. То есть у нас получается, что вода в баке, она протухла. Вот мы сняли сейчас сам бойлер, и вот я показываю, как это все происходит. Шланги, которые у нас сейчас заткнуты, вот они. Вот они, это подача холодной воды с чопиком слева и выход отсюда горячей воды. Мы их заткнули. А вот подача холодной воды, он у нас был такой окисленный, и горячей воды чистенький. Вот эти два наконечника, это подача тосола. Вот они у нас лежат тоже закрыты чопиками, вот свободные шланги. Потом мы их оденем обратно, вот сюда вот. Что нужно сделать? Нужно будет потом слить, прогнать весь тосол через бак. А сейчас я уже его приоткрутил. Это ТЭН, собственно, сам нагревательный элемент, который... Ну вот, собственно, этот нагревательный элемент, вот он. Хотя я не могу сказать, что он очень грязный. Почему там просто воняет, это непонятно. Ну, короче, вот такая вот красивая штука у нас. Вот смотрите, какая вода по цвету. Она какая-то ржавая вся. Грязненько. Грязненько. Там вроде нормальненько все, но грязненько. Теперь берем и льем вот это вот сюда. Собрали обратно. Хорошо, что у нас была тефлоновая лента. Мы обмотали все резьбы, и вроде как бы ничего отсюда не течет. Спасибо Анатолию Соболеву, который мне очень сильно помог вот в этом деле, рассказав, как это все разбирается и как это все собирается, просто чтобы ничего не сломать. В общем, так оно все и получилось. Собрали, воду слили, не воняет. Ну, наверное, починили. Единственное, еще осталось проверить, как оно греет от мотора, но все остальное мы вроде собрали. То есть и тосол подключен, и все. Ну что, проверяем. Открываем. Слили. Слили большой объем воды. Нормально. Починили. А сейчас я затрону такую тему, как рацион на переход. Итого, что мы имеем? У нас... Отсюда из Кении на Сокотру 1400 миль. 1400 миль при скорости 150 миль в день — это 9 дней. Но так как что-то может пойти не так, я обычно умножаю на 1,5. Поэтому у нас получается 14 дней. Ну, берем 15 дней для простоты. Если мы питаемся 2 раза в сутки, потому что 3 раза готовить достаточно сложно, то у нас получается... При 15-дневном умножаем на 2, это 30 приемов пищи на 2 человека. Исходя из этого, нам нужно закупить продуктов на 30 приемов пищи. Итак, мы начинаем готовить продукты для нашего перехода на Сокотру. То есть у нас на Сокотру, мы посмотрели, 1400 миль будет где-то в среднем, наверное. Нам нужно много свежих продуктов, и главное, чтобы их можно было быстро достать и быстро готовить. Не заниматься разморозкой, заморозкой. Поэтому мы делаем так, порционно, приблизительно количество, то, которое мы будем готовить, кладем и заворачиваем. И затем будем класть это все в холодильник. И будут в морозилку. И будут у нас в морозилке вот такие вот брикетики, которые будут на 1 порцию брикет. И это мы сделаем с креветками, с фаршем и с курицей. То есть у нас здесь где-то около 4 килограмм. Нам этого с головой хватит. Поэтому, может, еще что-то докупим. Но все равно это будет все расфасовано порционно. Вот у нас уже креветки готовы. Вот такая пачка. Все. Мы их начинаем загружать в морозильную камеру. И приступаем к упаковке фарша. А сейчас мы открываем совершенно новую графу в нашем яхтинге. Мое любимое. Мы сейчас будем шить эти дурацкие паруса. Волочь, когда раздуло штормы, они оборвались и болтаются по всей лодке. Короче, блин, помогите! Это наш Code Zero. Но шить мы его будем в кокпите. Фух. Нужно сделать вид такой. В облаке. Вид надменный. Вот такая у нас здесь мастерская по пошиву парусов. Да, мне тут рассказывают о том, что на работе не пьют, да? Ну, это же работа, это же не отдых. А, да, яхтинг — это отдых, напоминаю. Вот у нас дырка, мы ее зашиваем, такая большая. И заодно у нас есть еще много маленьких дырок, потому что этот парус упал под лодку, потому что порвался хальярд, который его поднимает. И мы весь этот парус протащили по дну и, естественно, порвались. Все, кто уже имел такой опыт, они знают, насколько прикольно потом шить паруса. Короче, у нас есть большая дырка, а есть куча маленьких дырок. Ну вот пока мы занимаемся только маленькими, а большие у нас еще впереди. Но у нас есть еще средние дырки. Вот у нас это как решето, этот парус. Короче, ну, сам материал крепкий, то есть он не рвется. Не рвется. Ну что не надо? Надо. Короче, он так не рвется. Поэтому мы его и реанимируем. А вообще, я бы такое не реанимировал. Его чинить дороже, чем купить новый. А это Code Zero. Это большой легкий, как раз тот, который нам нужен будет на переход. Спинакер не подходит, хотя может и подходит, но будет как раз ветер именно для этого паруса, поэтому будем на нем идти, я надеюсь, если я его дошью. Итак, мы готовы. Продукты закуплены, лодка технически исправна, паруса пошиты, топливо есть. Что еще? Водой заправлено, ждем погоду. О том, как смотреть погоду, я расскажу вам в следующем видео. И если мы уйдем до этого момента, тогда будет уже переход на Сокотру. Если нет, ну мы еще что-то придумаем, что вам показать. Итак, оставайтесь с нами, а те, кто нас смотрит в первый раз, подписывайтесь на наш канал. До встречи в море!